Сегодня 8 августа, 8 часов, на 136 километре по дороге Валарат-Камень-Шахтинский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-21213 и автомобиля Renault Captur. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21213 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21213 погиб на месте, 5 человек доставлены в правительство ЦРБ.